Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптомонет, сегодня хочу поделиться криптомонетой Solana. Если мы перейдем на CoinMarketCap, то посмотрим. Вот, Solana монетка стоит $218. Монетка перспективная, стоит уделить ей внимание. Где брать адрес этой криптомонеты? Все просто, друзья. Она есть на PulsePay. Значит, идем. Но у меня адреса нет. Я буду брать депозитный, как всегда. И у меня многие депозитные адреса. Как бы я беру здесь. Ищем эту монетку. Вот она. Solana. Так. И нужно что? Your. Что здесь написано у нас? Ваш адрес создается. Повторите попытку через несколько секунд. Вот так. Давайте обождем. Я обновила страничку. Она в самая последняя. Кликаю. Скопировала адрес. Иду на кран. Дает 200... А, это цена. Так, ну давайте 228 сатош вот этой Solana монеток. Раз в 5 минут сбор идет. Кликаем, вставляем адрес. Далее логин. Проходим капчу. Так, вери. Ага, что здесь? А email адрес так выходит. Так. И опять там. Да. Нет. Вот, все верно теперь. Там email адрес надо было вставить с PulsePay. И переходим вниз. Так, вот. Resell Sol. Кликаем. Так. Ну что, перезагружаем. Solana Falset. И попали вот на кран. Видим, все делаю в режиме онлайн, ребятки. Так. Адрес у меня уже сразу прописан. Далее жму Continue на синюю вкладочку. И разгадываем капчу и антибот. Так. Разгадали. Далее на синюю вкладочку Very. 227 вот этих сатош ушло на PulsePay. Далее, что здесь они пишут? Прибыль постепенно. А, это нам не надо. На крестик. И переходим на PulsePay. Я иду на домашнюю страничку. Опускаюсь чуть ниже. А CryptoSol. 228 вот этих монет. 22 ноября. Сразу на PulsePay. Так, перехожу на кран. Опускаюсь ниже. Здесь находится партнерская ссылочка. Для приглашения свое я оставлю в закрепленном комментарии. Кому интересно, собираем. Не интересно, не собираем. Всем удачи, всем пока.